Сегодня город Кумертау отмечает один из главных государственных праздников – День Республики. Торжественное событие началось с открытия процедурного кабинета в микрорайоне Восточный. На открытии присутствовали первые лица города Кумертау. Почетное право разрезать красную ленту предоставилось исполняющему обязанности главы администрации Борису Беляеву, председателю Совета городского округа Олегу Астахову и главному специалисту по сестринскому делу Министерства здравоохранения Ирине Засыпкиной. Силами строительной фирмы «Акрополь» и работников больницы был произведен ремонт помещений. Теперь к услугам жителей ежедневно будет работать забор крови для анализов, процедурный кабинет и прием врача по неотложной помощи. К врачу-терапевту можно будет обратиться с острым заболеванием, а также с обострением хронического заболевания. После открытия процедурного кабинета делегация направилась в дворец угольщиков. Именно там развернулось главное торжество. Показательные выступления кадетов перед входом и выстроенный живой коридор произвел большое впечатление на гостей. 5, 6. В фойе официальных лиц уже встречал фольклорный коллектив народными танцами и песнями. Гости из города Баймака также представили картину и галерею. Мы очень рады, что отдел культуры пригласил нас на этот праздник. Люди здесь очень приветливые, открытые. Мы представляем выставку картин художника-живописца Забира Тувалева. Глядя на эти работы, мы видим, какой край у нас красивый. И мы рады поздравить всех горожан этого чудесного города с этим замечательным, удивительным праздником. Давайте, друзья мои, почаще выезжать на природу, наблюдать, радоваться, быть в гармонии с ней. В единстве наша сила. Во все времена единение народа было, есть и будет. Эта знаменательная дата имеет особое значение для всех жителей республики. Это все народом и дружно живем в этой стране, в этой республике. Мы все как одна семья в единстве. Ну, по-моему, вот наше единство, дружба – это очень большой успех нашей республики. В зале руководители, представители трудовых коллективов, организации и предприятий города, почетные граждане, ветераны, руководители общественных, политических, религиозных организаций. С праздником всех собравшихся поздравил исполняющий обязанности главы администрации Борис Беляев. В преддверии государственного праздника Республики Башкортостан желаю всем нам здоровья, семейного благополучия, успехов в реализации наших планов. Поздравляю вас с праздником! Мира и добра всем жителям республики. За поздравительную речью следует приятная миссия награждения. Медалью «Слава и честью» первой степени Русско-Православной Церкви удостоился Борис Владимирович Беляев. Торжественное мероприятие продолжил праздничный концерт, в программе которого самые яркие и красочные номера творческих коллективов. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».